зеленая тревога. Раз, два, три, стартуем дружно. Мы туда, где снова беда, чтоб этот мир зеленый защитить. Мы команда друзей отважных, столько дел полезных и важных нужно нам сегодня совершить. Лиана, урони великана! Есть! А? Ребята, помогите! Кручусь, верчусь, залея качусь! Ой. Скаут, ты как? А день так хорошо начинался. Зеленый в опасности. Скаут уже больше 100 раз! Я мастер мяча! Ха. Так, еще! Ой. В мяч лучше играть на улице! Скаут, еще! Ты такой крутой! Слышишь, Лия? Не могу отказать фанатам! Теперь портрет исправлять! Хотя усы Лоти даже идут! Ой! Флора, когда вернется, не обрадуется, что ты уронил ее новую штуку. Я подниму. Скаут, давай заново. Просьба фанатки, закон. А сейчас новый фокус. Можно? Фотокопия, оживи! Хм. А, он сделал свою копию. Вы видели, видели? Вот это да! Копия будет выполнять любой мой приказ. Играй! Хватит! Конечно, это всего лишь копия. Она не такая гениальная, как оригинал. Мистер Макс, не стоит давать представление в лесу. Это еще почему? Шум пугает животных. А еще остается мусор. Глупости! Не слушайте ее! Если Флора сказала, значит не глупости. Она много раз спасала наш город. Расходимся, ребята! И, пожалуйста, больше не шумите со своей копией. Копией? А где копия? Копия! От этой Флоры одни неприятности. Мегабактерия, Пучамен и мусоробот. Самые сильные противники Флоры. Как хорошо, что блогер снимает все, что происходит в городе. Фотокопии, оживите! Мистер Мак, я у тебя телефон забыл. Идите в город и устройте там настоящий переполох. Покажите, на что способны. А когда явится команда Флоры, победите ее. Мистер Мак, крутой, крутой. Зеленая тревога, зеленая тревога. Внимание! В городе обнаружены мегабактерия, Дучамен и мусоробот. Все сразу? Флора, это не мой! Мой мусоробот на ремонте! А это какая-то копия! Уверена, все они копии!
И я догадываюсь, кто их создал. Вызов от мистера Мага. Сегодня весь город увидит, что команда Флоры – жалкие неудачники. И все перестанут вас слушать. Ребята, надо спасти город Зеленый от нашествия монстров. Легко, мы уже знаем их слабые места. У природы беда, команда Флоры спешит туда. Сила Лианы! Сила Репейника! Сила лотоса! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила флоры! Ла-ла-ла! Скаут, чтобы отключить мусоробота, нужно достать из него батарею, помнишь? Конечно! Я отодвину мешок, а ты доставай! Кручусь, верчусь, за батареей качусь! Давай! Репей-лебедка работает четко! Дело сделано! А? Ой-ой-ой, еще не сделано! Мыльные пузыри остановят Тучамена. Люблю пузырики. Лучи, пузырики не работают. Лучшее оружие против мегабактерий – это я. Ой. Ты почему не исчезла, грязнуля? Похоже, старые способы не работают против копий. Ребята, прием, это Флора. Ведите копии на городскую площадь. У меня есть план. Что это такое, Флора? Наше спасение, фермер. А вот и мы. Не догонишь, не догонишь. Ведите их в самый центр и сразу уходите. Отлично. И правда отлично. Что это за прибор, Флора? Генератор силового поля. Мое новое изобретение. Где-то я его уже видел. Это же та штука, которую ты уронил, Скаут. Спасайтесь! Репей, Тучамена приклей! Не работает. Лиана, урони великана. Есть! А? Ребята, помогите! Кручусь, верчусь, залия, качусь. Скаут, ты как? Один так хорошо начинался. Прости, Флора, твоя штука сломалась из-за меня. Извинения принимаются, Скаут. А теперь надо придумать, как спасти город. Отпусти, мусоробот! Лия, уже иду! Водомет посылает в полет! Ой! Клевер суперпропеллер! Сейчас я тебя сдую, мегабактерия! Отстань, Тучамен! Лия, держись! Спасибо, Бак! Не за что, Лия! Привет, Бак! Привет, Лоти! Флора, как мистер Мак создал эти копии? Из фотографии на телефоне. Если удалим фотографии, то и монстры могут исчезнуть. Но где искать мистера Мага? Сам он не покажется. Хватит! Спасибо! Вот же мистер Мак! Это не мистер Мак, это его копия. Наверняка он сам тоже где-то рядом прячется. Не верю, чтобы он отказался увидеть свой триумф. У меня есть идея. Уверен, мистер Мак, как и я, любит, когда им восхищаются.
Потрясающе, мистер Мак! А? Суперпение, суперфокусы! Ты просто гений! А можешь показать фокус с копиями? Говорят, он такой крутой! Слышишь, Карл? Все похвалы достаются этой глупой копии! Сейчас я тебе все покажу, а ты не забывай восхищаться! Спасибо, мистер Мак! Пора спасти город! Удаляем! Отлично, Лия! А телефон вернем блогеру. Что это за фокусы? Меня что, перехитрили? Представление окончено, мистер Мак. Это только первый акт. Я еще устрою вам такие фокусы, что вы никогда не забудете. Когда же ты уже замолчишь?